Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. И веселого праздника. У нас чудесная погода тоже сегодня. Скоро хамсин закончится. мы Мы сегодня также будем изучать из Писаний, как каждый раз в субботу. הייתי רוצה לדבר עם שמעון קיפה, פטרוס, מה קורה? יחד שהוא גברית פרא שמעון קיפה ופרה פטראקה כשיבו זנאים. אנחנו רואים כל מיני דברים ממש קצרים מהחיים שלו, מהכתובים. מזנאים מביא דמי כתרי ושי, כרודקי ושי, ושי ושי, נספסני. אבל ממש בקצרה. נו, אני מוצא את האיש הזה מאוד מעניין. יא את הבת Я бы хотел также изучить более тщательно его образ. И я хочу сказать, что Павел, он в основном присутствует во всем uh, Новом Завете. И uh, нам нужно понять о uh, связи Писаний. Написано, что uh, любая книга в Библии, которая написана, была вдохновлена Святым Духом. Но когда uh, составили из многих книг Писаний и Библию, это не обязательно должно было быть по вдохновению Святого Духа. Например, uh, пример это Танах. מה שאנחנו קוראים היום, הספר הזה, זה נכתב אחרי שנת שבעים לספירה. חובר, סליחה. קניגו, בערבית: כניגו כתורו מוצ'תיים, נפיסנא בלה פוסלי לסמידיסטי לט, פוסט לבוקק בלה רזרו חרם). זה משיח הלך, בית במקדש נהרס. (אומר בערבית: וניאס יום משיח רזרו של חרם). אז החכמים שלנו והרבנים ישבו יום אחד, לא יום אחד, תקופה, והחליטו מה כן נכנס, מה לא נכנס. Uh, и наши мудрецы сидели в один день, у них было несколько дней собрания, они решили, что какие книги зайдут в Танах, какие нет. И это мы называем собранием зихронам левраха. Uh, это мы называем, да будет память наших мудрецов благословенно. Один из этих мудрецов был Раби Акива, и я думаю, что многие знакомы с этим именем. И лично я считаю, что не было слишком много воздействия Святого Духа, когда решили, что зайдет и что не зайдет туда. Потому что в этом действии было много политики. И в отношении Нового Завета то же самое. и и тот, -то, кто решил, какие книги зайдут в Новый Завет, какие нет, это была церковь. И это было где-то в, в 324 году. И естественно, все, что происходит, Господь позволяет, чтобы это произошло. Но когда мы видим что-то интересное в Писаниях, у нас есть возможность более углубиться в это изучение и также поискать источник в других книгах которые не зашли в библию и это предисловие к тому о чем я хочу говорить почему про Шимона петра не так много написано שלו, שלו, я хочу uh, несколько, изучить несколько событий в его жизни и даже для себя взять что-то для примера и понять, как я могу, чему я могу научиться. נתח, MATI, Давайте мы начнем с книги Матфея, 4 главы, с 18 по 20 стихи. Мы не будем читать на иврите. У меня сегодня голос немножко и у меня горло болит, я поэтому прочитаю на русском. Проходя же близ к моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата, его закидывающих в сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей. И они тотчас оставив сети, последовали за ним. כאן אנחנו רואים את ההתחלה של קיפה מול האדון ישועה. מי וידים סדיאס נצ'אל אסטריצ'י פיטרה היא גוספוד הישועה. אז היה דייג כמו רבים אחרים מהתלמידים שלו. און ביל רבקום ככה דורגי זבי ואוצ'ניקוב. הוא הביא פרנסה בצורה קשה למשפחה שלו. און היה איש עבודה. און ביל רבות שם והוא היה גלילי. И когда мы смотрим на жителей Галилеи, мы понимаем, что это не были самые высшие сословия, они не были самыми образованными людьми. В Израиле. Многие из галилеян даже не знали читать и писать. Он был простым рабочим человеком. И он заботился о своей семье. Он был женат.

И исцеляет его тещу. И потом она встает и начинает ему служить. Здесь в Израиле есть стигма, что у всех русских, русскоговорящих здесь теща дома.

Когда Ишуа прошел то место, где они занимались рыболовством, он посмотрел на него. Как и другие они рыболовы, он был, как и все остальные, но Господь увидел его сердце. Он увидел, что этот человек очень особенный. После того, как мы будем читать Писание, мы увидим, сколько Господь будет использовать его в будущем. Папа, да? И на христиане католики, наверное, называют его первым папой. И подумайте, что с рыбака, который даже не знал писать и читать, Аכשיו, он как бы э, спустя период времени стал первым папой. Естественно, э, повлияло, имело значение Божье призвание, но также черты характера сделали свою работу. Чарты характера Петра были очень особенными. Ущем К. Он был человекомны Пружи... Пружинністы быстрым.

Петр был очень импульсивным человеком. У него также были и отрицательные черты характера. Он всегда прыгал первым. Не всегда он думал, прежде чем он делает, но он делал. و, uh, הזה, и Ишуа взял в свои руки этот инструмент, עליו, ביחד, и он начал uh, этот, эту черту характера обтесывать в те три года, что они ходили вместе. מעניין, и то, что интересно, в то время Кефа был примерно, ему было 30 лет. Ему он был примерно ровесником Иешуа. תקופה של זמן היה מאוד צעיר יחסית. אנחנו נקרא עכשיו שני קטעים נוספים. בש"ס פרציתה ימי שוד ומסטה. יוחנן שש, שישים וחמש עד שישים ותשע. יואנה ששת שיש אין פה ברוסית שישים וחמש, שישים ותשע. ברוסית זה לא אה סליחה. И pues <sh right, uh okay. Иоанна 6 глава с 65 до 69. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не будет дано ему от отца моего. С того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Ишуа сказал двенадцати, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Машех, сын Бога живого. И мы сейчас прочитаем из Матфея 16 главы. С 13 по 19 стих. Придя же в страны Кесария и Филиппова, Ишуа спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, сына человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию и за одного из пророков». И он, он сказал им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Машеах, сын Бога Живого». אני רוצה להגיד שכיפה מאוד שונה משאר התלמידים. יחשוס כזה שטו פוטר רושי נטל צ'אלסי הדרוגי חוצ'ניקוב. כאשר לפעמים ישוע אמר דברים כביכול שנראים מוזרים לבן אדם רגיל. כגדה אישו גבריל קקיד אבי שכתורי קז'וסטרני מיד להביש נוות של אבי רבים קמו ועזבו. מנוגי פסטבלי הוא חדילי. אז ישוע אמר מה איתכם אלה התלמידים הקרובים? אישו גבריל נוער קקנשט ואסמאי בליס קיוצ'ניקי. ומי שתמיד היה מגיב ראש Потому что эта личность Иешуа Машеха в его жизни уже имела огромное значение. Возможно, другие ученики тоже сомневались и думали, может быть, и мне тоже стоит встать и уйти, потому что Иешуа сказал что-то странное. Но Кефа uh, берет на себя ответственность и становится лидером и высказывает то, что должны, в принципе, думать все остальные. Он говорил, мы знаем, кто ты, ты Ишуа, Сын Бога Живого, и мы верим в это. Возможно, у нас мы даже не понимаем, о чем ты говоришь, но это не так важно. И так это должно быть в жизни каждого, верующего не всегда нам нужно все понимать на сто процентов. Когда ты действительно веришь, и у тебя было это личное переживание общения с Господом, то ты поймешь это позже. <у Exodus> и это нормально. Петра невозможно было подвинуть. Он просто, был, он просто шел вперед. И иногда, я думаю, что остальные 11 учеников смотрели на него, удивлялись, и иногда, может быть, даже завидовали. Он сделал много ошибок. Только из-за того, что он что-то делал. И человек, который сидит и ничего не делает, он не ошибается. И uh, он был особенным в глазах Ишуа, и этому есть у нас несколько примеров. Uh, он берет его на гору, где он преображается. Вместе с Иоанном и Иаковым. К Иешуа пришли Муше и Илия и разговаривали с ним. И это было сильнейшее переживание. И вместо того, чтобы оставаться в тишине и пребывать там, и Петр говорит, давайте мы здесь построим себе шалаши и останемся здесь на некоторое время. Он говорит глупости. И даже не обратил Внимания, никто не обратил внимания на это предложение. Ну и что? Он не побоялся этого, не постеснялся и хотел продвинуть вещи вперед. И когда Иешуа сказал, что он пойдет на распятие, Петр говорит, «Не, что ты, Господи, не делай этого. И Иешуа говорит, Петр, отойди от меня, сатана. אז במקום להעלב ולעזוב את ישוע וללכת לאיזה מערה ולחיות שם? (אומר בערבית ומתרגם:) אז הוא אומר, אוקיי, אמרתי שטות, אני מצטער, אני אשתפר. (אומר בערבית ומתרגם:) это для него потребовалось смирить свою гордость для того, чтобы принять это. Иногда, когда Господь нам на что-то показывает, мы пугаемся или мы обижаемся. Но очень важно научиться из этих доказательств. И мы сейчас подходим к центральному отрывку Писания, это Матфея 14 глава, 24, с 24 по 33 стихи. И тогда понудил Ешуа учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был встречный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Ешу, идя по морю. И ученики, увидев его идущим по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Ишо тогда заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде чтобы подойти к Иешуа. Но, видя сильный ветер, испугался, иначе тонуть, как кричал «Господи, спаси меня». Иешуа тотчас простил руку, подержал его и говорил ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, вет ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истина, ты Сын Божий». Все мы знаем этот рассказ. Как называется, как, и, и, называется этот рассказ?

Две недели назад еще мог кого-то поднять из мертвых. Яйн, пере, э, превратить воду в вино. Все, что ему казалось правильным сделать, он мог сделать. Он не, э, не был рожден от семя человеческого. И У него была божественная личность. «У он был без греха. Он мог подойти к Кенеру. Он мог разделить воды Кенера и как выход из выхода из Египта пройти по суше. Мог это сделать или нет? Это особенный рассказ, правильно? Это интересный рассказ. Но что интересно и особенно в этом рассказе? Вы думаете, вы сможете угадать? Есть какие-то идеи? Я бы изменил оглавление э, этого рассказа. Я бы сказал, э, Петр идет по воде. Ну и что, что еще идет Ишу по воде? мог лететь по воде. А особенное в этом рассказе то, что грешный человек Петр идет по воде. Для меня, например, интересно, это то, что самое интересное в этом рассказе. Мы видим, что в самом начале здесь была буря и сильный ветер. И призрак, который они, они увидели кого-то и даже не поняли, кто это, призрак или кто-то еще. Они даже ясно не видели, кто к ним идет. И тогда, И тогда uh, Петр спросил, Ишуа это ты, он даже его не узнал. И тогда Ишуа сказал, да, это я, иди ко мне. И без того, чтобы подумать два раза, он выходит из лодки в темноте, в буре. И идти, и начинает идти по воде. И идет по направлению к своему Господу, который сказал ему, иди ко мне. И тогда он оглядывается вокруг и видит, что действительно буря очень сильная, и тогда начинает тонуть. И тогда все говорят, о, маловерный. Что ты, зачем ты усомнился? И тогда он начинает тонуть, и Ишуа подошел и помог ему. Он говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Его маленькая вера сделала огромное дело. И подумайте, что если бы вера была большой, то что бы мог сделать этот человек? Иногда мы читаем этот рассказ и начинаем судить этого человека. Маловерный он начал сомневаться. Предал Ишуа потом, когда он пошел на крест. Ну а что насчет всех тех, которые оставались в лодке? Он не, он не в Но... Там было по крайней мере 11 человек еще. Помните? И когда Петр вышел из лодки, все остальные на него просто смотрели. Ученики верующие. Сказали, уай, маловерный, усомнился. А, те сидели в лодке, даже не попытались выйти. Это положение, которое показывает нашей жизни каждый день. Иногда Господь призывает кого-то идти и И э, как, как и Петра, Петр знал, что если он начнет тонуть, то Ишуа будет там, чтобы ему помочь. Потому что он ему сказал, иди. צד אמונה, אלא לא נודע, אבל אני יודע שישוע שם. שק ורם, ואתמוז'נה היה נזנעת של סמנום, נזנעת שאותם יש ישוע. היחסים האישיים שלו עם אלוהים הבורא היו עצומים. כאשר רוב האנשים עזבו, אמרו, ישוע אמר להם, אתה לא רוצה גם ללכת? היא חכדה לודי וחדילי, ישוע גברית נחושה שליטו איתי. הוא אומר לא אני יודע שאתה משיח בן אלוהים. (אז כזל כדאי פיידו יזנה שאתה משיח סין בוגה). ואלוהים אמר לו נכון ולא אתה הגעת לזה לבד אלא אלוהים גילה לך את זה. (אי יישוע גברית את הפרייבלני, אני שמתי פרישות תקום וביבו דנו בוכתי בית קרל). כי היה כיפה, קשר חזק עם אלוהים. (פתאום הוא פיטרה בלה אז הסיפור הזה אפשר ללמוד ממנו המון. אנחנו יכולים לנות אלה שהולכים על המים Мы можем быть теми, кто идет по воде. Или можем быть теми, кто остается в лодке. Те, которые сидят в лодке, это неплохие люди. Они делают свой минимум. Им приятно в лодке сидеть. И не нужно ничего сверхъестественного и большого. Они приходят в общину, когда нужно. Не знаю, куда пойдут потом в ад или в я не сильно в этом разбираюсь. Но они знают, что А, Б, В, Г, Д я делаю как нужно. Но у каждого человека есть намного больше, чем мы можем понять. И это то, что было особенно в Петре в его характере. Он не был совершенным человеком. Он сделал много ошибок. Но Господь работал с ним. Мы продолжим. Мы знаем, что перед тем, как арестовали Иешуа, они сидели и праздновали Песах. И все знали уже, что скоро Иешуа пойдет на распятие. И так только Петр встал, опять вспрыгнул и сказал, я пойду с тобой до самой смерти. И кака, до какой смерти мы знаем, что потом произошло. Тогда они приходят в сад. В это время, когда арестовали Иешуа, приходят ответственные и приходят и солдаты. И что тогда Петр делает? Он выпрыгивает с мечом и отрезает ухо римскому воину. Если сейчас какой-то э, террорист захочет э, ножом ударить солдата в группе солдат, и это мы видим часто, что в конце концов происходит с э, э, террористом? Нет никакого шанса. Есть много солдат. Они были, по-моему, это была группа из 50 человек, я не знаю, кого они там привели. Он два раза не думает, вытаскивает нож и отрезает человеку ухо. Это точно его должны были отправить на смерть. И когда он сказал, что я готов пойти с тобой на смерть, это было его первое действенное доказательство. Он просто чудом там спасается. Потому что это было Божье чудо. Кто-то сказал, успокойся, все нормально. Все сказал, все, кто-то сказал, все нормально. Продолжим, и даже его не арестовали и не взяли. Никто его не взял под арест. Потом мы продолжаем, и был арест

Подумайте, что все убежали, потому что таким был план Божий. Но Петр остался до самого конца. Он пришел на место самого суда. Подумайте, какое это мужество каждую минуту, то есть пару минут назад он уже кого-то почти убил. И каждый, каждую минуту он мог, его могли убить или арестовать. И он приближался все ближе и ближе к Ишуа. Единственный, кто остался из всех. Вас бедюк Ишуа не и как, uh, при, и как uh, предсказал Иешуа, он uh, его предает три раза. Все, что он пытался сделать со своей физической силой, гордостью, импульсивностью, закарас. Все это uh, вышло в это время. Uh, была программа Бога, что Ишуа должен был остаться одним, преданным всеми. <говорит> и uh, Петр старался до самого конца, и молодец, что он старался до самого конца. <говорит> и Господь его uh, приостановил в, самом послед... в самый последний момент. И я хочу, чтобы мы другими глазами взглянули на этого человека и на то, что чему нас обычно учат о нем. После этого случая Петр возвращается к своему рыболовному делу. Это то, что сделали в основном все ученики. И мы прочитаем последний наш отрывок Писания из Иоанна 7 главы. 7 главы. Из Иоанна 21 главы, 7 по 17 стих. Тогда ученик, ученик которого любил Иешуа, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоязался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, в локте около двух таща с собой, тысяча сеть с рыбой. Когда же сошли на землю, видят разложенный хлеб и на нем лежащую хлеб и рыбу. Иисуа говорит им, принесите из тех рыб, которые вы поймали. Симон Петр вошел, пошел и вытащил землю на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. При таком множестве не прорвалась сеть. Ишуа говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Ишуа приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз Ишуа явился ученикам своим по воскресенье из мертвых. Почувайся. Когда же обедали, Ишуа говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит, паси моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Ишуа говорит ему, паси овец моих. Когда ученики увидели Иешуа на берегу моря, there there там было несколько учеников. И что Петр делает? Когда он понимает, что это Господь, он одевается и прыгает в воду. Его уже рыба не интересовала, мой Господь там на берегу. И не было у него стыда, то, что он отверг его. Он не боялся посмотреть ему в глаза. и, и, возможно, это здесь не описано, но, возможно, к тому времени он прошел весь этот период, возможно, депрессии и своего восстановления. Потому что если бы не так, то он бы просто себя похоронил заживо в этой лодке. И он с радостью приходит на берег. Все остальные также сеть с собой волоча приходят на берег. И эта картина опять-таки за и... себя повторяется еще раз, и остальные э, как бы плетутся за Ним. И теперь наступает особенный период в жизни Петра. Иешуа спрашивает Петра три раза, «Любишь ли ты Меня?» Почему три раза? מתכחש לו שלוש פעמים. פתאום הוא שתתק זכתי על הסטרירה הזו. אישוע רצה לסדר את העניינים בינו לבין כיפה שהוא ישכח בכלל מהמקרה הזה, הוא סלח לו מזמן. אישוע חתה שאתו ב... יבוא ועשתנשני אז פתאום פונסטי וסטנביליס, פתאום אוניבו פרסטיל זה וישוע קיבל... וכיפה קיבל את זה. פיוטר פרינל הם סידרו את העניינים בין עצמם. אני סבוי И тогда Ишуа начал говорить Петру, что будет с ним в будущем. И вы можете в конце 21 главы увидеть это. Таким образом заканчивается книга Евангелия от Иоанна чем-то великим, что он говорит Петру. И мы знаем, что потом произошло с Петром. Он стал великим лидером. Он был великим евангелистом. Он много путешествовал. Господь использовал его великим образом. И он также был хорошим семенином, и мы читаем это в других источниках. И даже написано, что его жена также с ним во все места, куда он ездил, она ездила с ним. Но это результат веры и верности. И отсутствие гордости. לא, אחד, no. Все это не приходит в один день, когда Ишуа встретил его, когда ему было 30 лет. Ишуа mm -hmm. взял определенный инструмент, и он работал над ним и обточил äh, его. И все, что сделал Иешуа, Петр понимал, да, я не совершенный человек, но Господь хочет со мной сделать что-то особенное, и он согласился? Сейчас его зовут первым папой римским, который был в истории. זה מה שרציתי לחלוק, המחשבות שלי לגבי פטרוס. איתה מוסליקה טור מיחד, חתיל בדליצה סבאה מפה ותנשני פתרה. איפה זה שם אותי או את חברי הקהילה שלנו? אי כדי ותנשני תבושת נכון צ'לנה אנחנו כמובן יכולים להיות Конечно, мы можем быть на уровне определенных основных отношений с Богом. Но у Бога всегда есть нечто большее. И иногда тлу сложно сделать шаг веры, но это нужно. Выйти из лодки и увидеть что-то большее, чем сама буря, что есть там сам Господь. כתוב שעיני אלוהים סורקות את הארץ בשביל לראות אנשים שנאמנים לו באמת. נפיס אנש טו עוד שגוספא דא זריאת אה... 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 זריבת עיוור נכי מולודי. הוא מחפש אנשים שמוכנים להרבה מעבר. און איש את את הבולשה. ולצערנו, לצערו אין הרבה כאלה. נט ולפי הסיפור של היקף כל אחד יכול להיות и uh, на примере Петра каждый может быть таким человеком простым человеком с обычной семьей с обычной работой который может действительно много сделать для божьего царства